Первый зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина приняла участие в закрытии 9-го этапа патриотической эстафеты «Салют Победе». Также на торжественной церемонии присутствовали одинцовские депутаты-единороссы, общественники и представители ветеранских организаций. В этом году акция была посвящена подвигу жителей Мурманска. Ее символами стали копия Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и морская офицерская фуражка времен Великой Отечественной войны.